Ребята, всем привет! Ну что, снова воскресенье, снова у нас матч, событие выходных героев, как это правильно называется? Событие... Короче, режим испытаний выходных героев, да, вот так это полностью называется. Ведем в счете 5-4, потеряли мяч... Надо продержаться, ребята. Надо продержаться, чтобы получить приз. Так, ну и сейчас будем смотреть, что в эти выходные нам EA Sports подготовил к подарку. Итак. Так, ну это будет кумир из Колумбии. Центральный защитник, что, Кордоба? Да, это... Это не очень хороший наборчик. Ну что, маленькая пауза и начнем открывать паки. Ну что, давайте сегодня откроем обновленный паки Division Rivals. Не сделали их нам теперь до 97 рейтинга можно здесь игрока получить. Ну и я сегодня предлагаю открыть два таких набора, потому что у нас впереди на следующей неделе события американской футбольной лиги. Я думаю, там могут добавить еще новых футболистов, поэтому нужно оставить эти очки для открывания следующих паков. А пока смотрим, что попадется в этот раз. Так. Правый вингер из Англии, из Манчестер Сити. Это Фоден 92-й за 6 миллионов. Ну, тоже неплохо. Ну и еще один пак. Так, опять у нас зеленое свечение. Это что, Узбекистан какой-то? Нападающий из Марселя? А, нет, это какой-то африканский флаг был. Да, это Того, наверное, или что это? Узбекистан, это совершенно другой флаг. Ну, это совсем... Да, на самом деле, я ожидал больше от этих наборов. Выпали очень слабенькие игрочки. Так... У нас осталось, кстати, до того, как накопить 25 тысяч кристаллов, буквально пару тысяч. И можно будет открыть, попробовать набор за 25 тысяч кристаллов. А пока давайте откроем, ну, что у нас тут есть? Есть... Вот за прохождение в операции героев у нас тут... Вот такой наборчик 91-93 футболиста можно получить непродаваемого. Давайте посмотрим, что здесь можно. Так, южнокорейский игрок из зимних джокеров. Это защитник из Баварии. Так, ну норм. Так. В этих вот наборах вам что-то выпадает, хоть иногда ценное. По-моему, здесь только... Хотя иногда, по-моему, какой-то 85-й там выпадал. Даже с волкаутом. Ну, давайте. Вот. Так, что здесь будет интересненько? Испания, центральный защитник из Барселоны. А ну-ка. Просто прекрасно. Ну вот да, больше 85-го здесь, конечно, они нам не хотят давать. Ну это как бы не удивительно, но всегда ждешь какое-то чудо. Опа! Так, игрок из Лиги Чемпионов, Бельгия. Центральный защитник. На! Любимый футболист Геннадия Орлова.
Так, дальше. Так, снова. Снова у нас Валкаут, Швейцария. Опорный полузащитник из Монако. Закария. Кстати, для обменов каких-нибудь пригодятся, учитывая, что все это у нас подарочки. Кстати, очень много я пропустил здесь этих очков. Можно было больше, конечно, намного насобирать. Но не всегда охота это играть. Хотя там на самом деле очень все быстро. Буквально там пару матчей надо сыграть. Так, что у нас еще тут есть? Ультранаборы, кстати, вот эти сейчас заберем. Да, а нет, здесь только ультранабор у нас через 2 дня получится. А этот вот сейчас мы заберем. Там не хватает буквально одной тренировки. Даже не буду делать паузу, потому что это быстро. Так, и открываем ультранабор. Еженедельного квеста героев. Так, это был не ультранабор, а вот сейчас будет ультранабор. Погнали. Вдруг здесь какой-то ультрафутболист нам достанется. Так. Так, кто-то из кумиров. Германия. Правый полузащитник. Ларс Рикен. Ух ты, Маскерано. Ну это вообще. Вот это супер. Маскерано очень нужны. Так, ну и что? Пооткрывали мы наборчики. О, еще, кстати, хотел открыть набор. Вот такое. Вдруг здесь тоже что-то. Здесь игрок у нас 85+. Может быть, так что давайте посмотрим. Так, Дания. Нападающий. А кто у нас нападающий? Хойлунд. Какая прелесть. Кстати, вот здесь сейчас можно будет еще открыть и вот этот. 87+. Так что делаем маленькую паузу. Так, ну что, открыл я эти 4 шага недостающих. Кстати, вот на этом шаге выпало 1000 кристаллов. Ну, на одном из них, короче. Так что у нас там меньше 1500 уже осталось до 25000 кристаллов. Ну что, смотрим игрока 87+. Что здесь нам? Так, опять это зеленое свечение. Это Босния и Герцеговина, нападающий. То кто там? Джека, я другого. Демирович. Так, ну и все, здесь больше у нас ничего нету. Тут я буду забирать Маскерано. Так, ну и давайте по традиции матч режима тренера сыграем. Очень, кстати, я давно не играл, наверное, около недели в эти матчи. Да, по-прежнему у меня первый сезон идет в режиме тренера, точнее, ну, первая попытка в режиме тренера в новом сезоне. Сыграли мы 9 игр, 12 очков набрали, ой, 16 очков набрали, поэтому есть шанс выйти с первой попытки в дивизион Легенда 2. Правда, сначала, видите, было 3 поражения, потом был состав изменен, были приобретены новые игроки. Салиба в защиту, Матеус опорный полузащитник. Ну, в первую очередь, защиту решил укрепить, и команда заиграла. Вот Санчес появился, Уго Санчес, но он больше тут для заработка, потому что Форлан на 25 миллионов дороже стоит. Рейтинг одинаковый, я как бы, учитывая, что все дешевеют, решил, пока он еще стоит эти деньги, его продать, хотя брал еще, по-моему, дороже. Ладно, играем матч режима тренера немножечко обновленным составом, который начал после обновления побеждать. И вот
даже сохранил нам шанс с первого раза выйти дальше. Ну, конечно, нужна только победа. Но будем пробовать. Так, команда нам досталась из нашего же дивизиона, Манчестер Сити. Судя по нику, команда сделана российским игроком, поэтому будем играть против наших соседей, ребят. Так, тут состав тоже: Эйсебио, Санчес, Салах, не успел всех, короче, посмотреть, там Швайнштайгер был слева. Сейчас, короче, в игре увидим, разберемся. Ну что, поехали. 3 очка нужны. Поэтому нужно реализовывать свои моменты. Посмотрим, как команда за неделю отдыха сейчас сыграет. На самом деле, такие перерывы делать не очень хорошо, потому что за это время очень другие соперники усиливаются постоянно. У всех составы все сильнее и сильнее, поэтому... Но именно для того, чтобы записать видео, держал эту я паузу, не играл. Хотелось вместе с вами посмотреть на то, получится ли у нас с первой попытки подняться в дивизион выше. А так, конечно, играть надо почаще, чтобы пока там совсем у всех супер составы не стали, чтобы иметь какие-то шансы. Так, хороший был пас на Санчеса, но вратарь здорово сыграл здесь у Сити. И нападающего опередил. Так, Манчестер идет в атаку. Салах обыгрывает Гуллита. Подача. И сейчас будет очень опасный момент угловой у наших ворот. Так, Бернардо Силва подал. И здесь Дэвису отлетел мяч. И Абиди Пеле начинает атаку. Абиди, сам иди. Сам иди, Абиди. Ой, какой пасище в разрез на Санчес. Это мостовой, Александр. А пожалуйста. Александр придумал не очень, не самое лучшее решение. Наверное, лучше надо было обводить, самоубить. Решил там протолкнуть мяч Холланду, но защитник его подзакрыл. Так, снова пас на Холланда. А что так игроки устают быстро? Что-то изменилось в игре? Я смотрю, треугольнички-то над игроками уменьшаются быстро. Так, перехожу в атаку, потому что нужна только победа, ничья не устраивает. Давайте пробовать забить. А, во, после перерыва треугольнички немножечко подтянулись. Интересно. Так, может быть, я раньше не обращал внимания. Эрлинг, забей! Данте его опережает. Вот был, наверное, первый более-менее момент. Так, Рамирес. Так, а нам нужен наш Филипп Лам, который решает часто любые вопросы и с дальними ударами, если смотрели предыдущие матчи. Да и, наверное, Пеле пригодится. Да, это Ривалдо! Так, я не того игрока... Так, там был момент, пока я делал замену. По-моему, с внешней стороны сетки наши попали. Так, замены у нас произошли. Так, время заканчивается. 20 минут всего осталось. Буквально 1-2 атаки еще можно успеть провести. А надо еще здесь сейчас отбиться. Да. Отобрали мяч. Салиба. Ну, что придумает? Пас на... Обиди Пеле, обиди на Санчеса. Давай уже пас, Уго. Так, Пеле на обиди Пеле. Тот назад на Лама. Тот обратно. Вот сейчас можно хорошо здесь что-нибудь придумать. Шикарнейший момент. Уго Санчес бил. Ну, вратарь спас. 10 минут, ребята, нужно забивать. Подача, нет. Не хватает высокорослых игроков в команде, чтобы на угловых. Так, 5 минут. Так, Гуллит опередил. И последняя, наверное, атака в этом матче. Нет, нет, к сожалению. Ушел мяч, есть маленький шанс. Если сейчас быстро что-то вперед мяч пошлют,
Так, Абиди Пеле, что придумает? Пас на Альфонсо Дэвиса, сейчас будет подавать. Подача и нет. Да. На самом деле хороший матч провели, почти все в атаке, но забить не смогли. Ну что, задача не выполнена. К сожалению, но шанс был, играли неплохо, я считаю. Да, ни разу не дали сопернику ударить, но моменты все-таки свои не реализовали. Ну, будем заново совершать попытку подняться на дивизион выше со следующего раза. Всем спасибо за внимание. Играйте в ФК Мобайл. Всем пока.